Привет, друзья! Сегодня опять мы пришли в тир калибр. У нас три леших. Два получается на колбе и один с резервуаром. Все в калибре 6.35 со стволами 350 мм. То есть это самая популярная модель. А сегодня будем сравнивать по кучности пули Agent N Grizzly весом 2,02 грамма. Вот они экспансивные. С выемкой сзади и наши новые полнотелые пули, можно сказать, аналоги, только весом 2,2. Еще такие же пули чуть позже будут весом 2,5 грамма. Вот. Долго не получалось сделать нужную форму. Изначально планировали сделать пули с юбкой. Причем пули с юбкой хорошо полетели на длинноствольных винтовках вроде егеря, а на лешем они, ну то есть там разброс был чудовищный, сантиметров 20-30. Вот, а эти пули зарекомендовали себя очень неплохо, ввиду того, что с рынка в принципе уходят фирменные производители, то есть H&N и GSB, ну плохо с ними сейчас в России из-за санкций. Вот, ну и заправим сейчас винтовку компрессором New Warrior Luxury. Один из самых удобных компрессоров, я бы сказал, самый удобный. То есть здесь есть реле автоматического выставления давления. То есть компрессор сам контролирует давление и сам отключается. То есть все под квики, но, как мы видим, адаптер здесь у компрессора встроен. Значит, переключаем на сеть. Загорелся индикатор. И нажали кнопочку спуска. Мишени. А сейчас на 50 метров сделаем отстрел. Начнем с гризли двухграммовых. А прицел здесь установлен Маркул Сталкер 1.6x24, компактный загонник во второй фокальной плоскости с подсветкой на низких кольцах. Вот, то есть один из самых таких, скажем, удобных прицелов для как раз дистанции 50 метров и для винтовки Леший 2. Вот наши мишеньки. Ну, начнем с верхней. Расползлась по поперечнику у нас группка, но, если честно, я плохо настроил прицел, вот, плохо видно, ну ладно. У нас, в принципе, можно еще три пули в правую мишень, точнее в нижнюю, попробовать. Может быть, я увижу что-то лучше. Почему-то все мутно, если честно. Сейчас я сниму наглазник, попробую фокус настроить все-таки. Во, другое дело. Сейчас я на нижнюю настроюсь и еще три раза выстрелю. Точку все равно плохо вижу очень. Не замораживайте, так сразу на игре. Крестик надо. Ну вот уже лучше на самом деле пошло. Вот уровень. Так, эту винтовку мы сейчас отложим. Возьмем все то же самое, только полнотелые пули 2,2, колба и прицел 2.12x44, тоже Маркул, тоже очень компактная оптика для лешего, очень хорошо, как мы видим, подходит и по балансу, и как раз для решения задачи, и для возможности лешего. То есть возьмем правую мишень.
видно получше. И кратность добавьте себе. Пять пуль. У всех винтовок скорости немножко разные. До сих пор занимаемся путем подборов. Сейчас попробуем следующую винтовку. Тоже будет 5 пуль. То же самое, полнотел 2,2 грамма. Ребят, надо свет погасить. Вот, собственно, что получается. Слышите, да? Так, давайте, пока у нас есть еще время, сделаем еще две группы. Ну, хотелось бы рассказать про эти пули. У этих пуль фактический диаметр 6,38. В принципе, в винтовку без проблем и 6,42 залезает, но не залезает в магазин, то есть только после тюнинга магазина. Пуля экспансивная, хорошо подходит для охоты. В принципе, ну, какую охоту мы можем рассматривать с лешим? Наверное, охоту на птицу. Вот на расстояниях там вплоть до, наверное, 80-100 метров. Да. Вот скорость позволяет. Сейчас я раскрою секрет скорости. Это 2,60. На всех трех винтовках. Сказать, что они были разные, нет. Но, как мы видим, кучность на гризли приблизительно такая же, как кучность на 2,2. Эти лешие в абсолютно полностью стоковом варианте. То есть никакого тюнинга не производилось, просто была сделана настройка скорости на ту скорость, которая, в принципе, нам нравится и которую заказал покупатель. Потому что чуть лучше они летят на более низких скоростях, но для дальней дистанции все-таки она не очень подходит. Пули в наличии. Полнотелые пули для лешего можно заказать в Охотника.нет.